Здравствуйте, добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. И сегодня я опять возьму вас с собой в кабинет, и мы будем говорить о важных темах в терапии тревожно-фобических расстройств и вегетососудистой дистонии. Не так давно одна зрительница моего канала написала мне сообщение, если не ошибаюсь, в директе в Инстаграме. Она прислала скрин, то ли с сайта, то ли из какой-то переписки о том, что вегетососудистая дистония – это проблема сосудов. Я сейчас не буду открывать дословно. Наверняка многие ребята, кто так или иначе пытаются справиться с вегетососудистой дистонией, слышали об этом, что это проблема сосудов. И здесь же логичным кажется название – вегето. Сосудистая дистония, что подразумевает тонус, дистонус сосудов. Вот здесь есть заблуждение, которое присутствует в головах у наших врачей, все еще выходцев из советской медицины, и уж естественно такое же точно заблуждение передается их пациентам. По мнению многих архаичных врачей, симптомы, на которые жалуются большинство клиентов, обусловлены изменением тонуса сосудов. Они то расширяются, то сжимаются, и из-за этого люди чувствуют всевозможные разные клинические явления. Правда, это не очень объясняет наличие фобий и наличие тревог за здоровье, что уже архаичным врачам можно поставить в дискуссии вопрос ребром. Хорошо, если вегетососудистая дистония – это дистонус сосудов, сейчас не будем брать патоэтиологию, то почему же у многих пациентов, так называемых, вами называемых с вегетососудистой дистонией, наблюдается большое количество ипохондрии, постоянные страхи за собственное здоровье, то это, то это, то это. Почему у многих пациентов так называемой вегетососудистой дистонии много навязчивых страхов? Сойти с ума, потерять контроль, упасть. Почему у этих людей возникают панические атаки в разных местах и почему они боятся ездить самостоятельно? То есть вот фобическое состояние, ипохондрическое состояние, обсессивное и компульсивное вегетососудистой дистонии не объясняет. Она объясняет это исключительно вопросом тонуса сосудов, со слов наших архаичных врачей. Теперь давайте возьмем и попробуем объяснить нашим врачам из старой школы, что происходит на самом деле. Я соглашусь с тем, что в невротических расстройствах действительно присутствует дистония сосудов. Они действительно то расширяются, то сжимаются, создавая определенное физиологическое состояние и явление. Это правда. Но никто из врачей почему-то не задумывается о том, почему возникает такой дистонус сосудов. Они считают это наследственностью, они считают это определенными факторами жизни и так далее. Погрешностями в питании, в образе жизни. Или говорят, что вы просто перенервничали. Но это хотя бы ближе к телу, как говорится. Давайте разберемся. Значит, вопрос тогда врачам такой. Человек жил, не тужил, до 25 лет. У него с сосудами было все в порядке. Никаких жалоб не было. И тут в один прекрасный момент у него начались жалобы. Что ж получается, он 25 лет жил, и вдруг стал дистонус сосудов почему-то. Или возьмем другое явление, когда педиатр 2-3-летнему малышу ставит диагноз ВСД. Забавно. Как вообще у 2-3-летнего малыша можно диагностировать вегетососудистую дистонию? Он что, пожаловался на что-то? У него какие-то специфические клинические явления? Что вы несете, товарищи педиатры и неврологи детские? Если мы говорим о детской возбудимости, если мы говорим о детском специфическом поведении, то уж к вегетососудистым симптомам и уж сосудам это никак не относится. Мы можем говорить о неврологии, мы можем говорить о психологии, психиатрии и о детской психологии и так далее. Развитие, акцентуации характеров, но при чем здесь сосуды?
что вы морочите людям голову. Далее. Я соглашусь с тем, что действительно во время актуализации невротических расстройств, которые описаны в МКБ-10 в рубрике F4, невротические смешанные, невротические связанные со стрессом и соматоформные расстройства. Действительно, у пациентов, у которых наблюдаются ипохондрические состояния, навязчивые страхи, сомнения, обсессивно-компульсивные, то, что мы называем ОКР, панические состояния, паническое расстройство, агорафобия и прочие изолированные фобии, тревожно-депрессивные расстройства, все это описано в рубрике F4, господа. У них действительно может возникать дистонус сосудов, как сопутствующее явление невротического состояния. Почему? Потому что, когда человек актуализирует в себе невротическое расстройство, он переполняется определенными эмоциями. Более того, это не те эмоции, которые случились в жизни, например, у кого-то на работе. Он покричал, в этот момент у него тоже сосуды естественным образом и расширяются, и сжимаются под действием эмоционального состояния. Но проблема неврозов, как мы знаем, ну если врачи наши знают, оно заключается в большинстве случаев в том, что человек не осознает те дистрессоры, которые он копит. Он не осознает те дистрессоры, которые копятся в нем годами, а может быть и месяцами до первого состояния явной вегетативной активности. Поэтому действительно тонус и дистонус сосудов существуют в невротических расстройствах, но сопутствующий, как последствия эмоциональных расстройств. И если вы все еще будете парить пациентов Российской Федерации истории, что у них что-то с сосудами не так, я рекомендую вам завязать с тем, чем вы занимаетесь, или хотя бы сказать, что я не знаю, и отправить этого человека к квалифицированному специалисту. Что вы рассказываете людям про сосуды всю последние 20 лет? Вам самим не стыдно, или вы просто сказать ничего не можете? Если не можете сказать, так и скажите об этом. Что вы морочите людям голову? Поэтому давайте подведем итог. Действительно, при наличии невротических расстройств дистонус сосудов существует, но как последствия тревоги, последствия страхов, последствия сомнений, последствия эмоциональных накопленных дистрессоров и последствия сильнейших переутомлений, связанных с неврастенией. А уж никак не причина. Поэтому, господа, не путайте причину и следствие. Но и обращаясь к своим зрителям, господа, давайте запомним, что вегетососудистая дистония – это маленький указатель на действительное состояние вегетативной системы, симпатической и парасимпатической, и тонуса сосудов, который пребывает в дистонусе. То активизируется симпатический, то парасимпатический отдел, из-за этого сосуды то сжимаются, то разжимаются, естественно. Но это последствия эмоционального расстройства, которое называются неврозами. И заниматься вам надо не сосудами, а заниматься вам надо невротическими расстройствами, которым занимается мировая психотерапия. Не дайте себя запутать и перестаньте путать других. Спасибо за внимание.